Уже пора привыкнуть. Это Миша в футболочке. Сегодня особенно очаровательный. Да, ночью был. Денис. Денис, не пугай меня. Это Нельчик. Что ты там кушаешь, расскажи. Это смешанное мороженое. Из чего же оно смешанное? Разные ягоды. Да? Какие? Клубника, земляника и так далее. Да? Ну и как это, вкусно, нет? Вкусно. Лайк ставить? Да. Какие плюсы у этого мороженого? Обзор сделайте, пожалуйста. Плюсы? Минусы есть? Плюсов ноль. Одни минусы, что ли? А минусов ноль. А плюсов? Ноль. Че, невкусно? Вкусно, правда. Какие плюсы могут быть у мороженого? Денис. Вкусно. Банана нету, только какое-то местное варенье. Ну, вкусно. Тебе нравится? Конечно, с мороженым. Денис, тебе нравится? Да. Мне очень нравится. Папа, а где существует мороженое из молока? Все мороженое из молока. Пап, как ваше мороженое? Мое лучше всех. Плюсы есть, минусы? Пап, минусов нету, выбрать. Плюсов. Пап, мне мороженое, а что они делают так? Наш зонтик. Наш повар и очередь, как обычно, в наш ларик.